What an achievement today. How do you feel? Ну, я еще как бы не осознаю, вроде, что я выиграла мир, но и одновременно радость. You came in today unseeded, without any world ranking. What were your expectations of yourself today? Ну, я думала, что попаду в тяжелую подгруппу, так как я... Меня раскидывали как нерейтинговый человек, спортсмена. And how did you prepare for the final against Primo? She's had a very successful year. What was your plan? Больше морально, так как я знала, что я могу с ней справиться, но все у нас в голове, и я вот пыталась выиграть сначала морально, подойти к этому, в голове ее выиграть, а потом на ковре. And how did it feel when you realized that gold medal was yours? Как-то непонятно, не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Вроде и радостно, вроде и тяжело было сегодня, и устала, и голова болит, все болит. Thank you very much, спасибо, congratulations. Спасибо.